красивых, отдохнувших, загоревших. Знаете, я тоже сам недавно вернулся из отпуска. Сидел, размышлял, знаете, сравнивал там Украина или там за граница тоже. Сейчас вот хочу рассказать про некоторые отели. Вот я их просто проанализировал, отели Украины. Вот. Значит, кто-то скажет, что можно было поехать в Турцию. Я скажу, зачем платить бешеные бабки, если у нас не хуже, а даже лучше. Это все я вам докажу с помощью рейтинга бронирования отелей в интернете. Вот, к примеру, отель в Турции с рейтингом 8,9. Замечательный отель. Прекрасный отель, но это не 10 и даже не 9. Как думаете, какой должен был быть отель, чтобы ему поставили 9? Я нашел. Отель в Железном порту с рейтингом в 9,8. Самый большой вопрос, почему 9,8? Знаете, кто эти придирчивые скептики, которые не поставили максимум, знаете? Вот посмотрите, 9,8, 8,9, да? Единственное, что общего между этими отелями — песок. Песок. Только в Турции до песка нужно дойти 300 метров, а в этом отеле нашем, значит, тут песок уже непосредственно в номере, на ковре. 9,8. Я понял, почему такой высокий рейтинг. Просто наши люди едут на курорты вообще без каких-либо ожиданий. Они увидели, что в номере подметают, и такие, не, пфф. Конечно, это десяточка, слышишь? А еще, приглядевшись к фото, понял, куда свозят мебель, которую выставляют возле мусорных баков. Значит, давайте посмотрим описание и узнаем, что же такого есть в номерах отеля с рейтингом 9,8. Итак, в отеле у Наташи есть стандартный двухместный номер с одной кроватью. И, внимание, вентилятором. Если они так выделяют вентилятор, я представляю, как они преподносят наличие кондиционера. Дамы и господа, впервые в Железном порту кондиционер! Да. Вы наверняка спросите, в чем преимущество номера люкс. Да, вот смотрите. В обычном, стандартном номере входит там одна большая двухспальная кровать. В номер люкс входит одна очень большая двуспальная кровать. Конечно, поразит ваше воображение самая большая на побережье антимоскитная сетка. Если у них такие москиты, я не представляю, какие у них комары. Справедливости ради можно сказать, что у нас есть и хорошие отели, есть вот такие. Да. Есть даже вот такие. Да, надо поаплодировать хозяевам этого отеля. Привезти лебедя в Железный порт в таком же состоянии, как его скрутили в Египте, это нужно иметь талант. Значит, есть номер на разные вкусы. Я нашел номер с двумя двуспальными кроватями. Вот. Ну, это чтоб ты спал там с женой, тещей, с тестем. Такие номера обычно едут отдыхать от секса, знаете? Вот. Знаете, что больше всего меня удивило? Это наши благодарные отдыхающие, несмотря ни на что. Они оставляют положительные комментарии. Вот, к примеру, смотрите. До моря нужно прогуляться, но с машиной это не проблема. С таким расчетом я из Киева могу до моря прогуляться, правда? Дальше. Значит, есть люди, которые также недовольны, собственно говоря, и вот их отзывы. Нашей семье хотелось бы, чтобы все-таки туалеты были с сиденьем. Также можно добавить еще одну кастрюлю в номер. Я надеюсь, эти два предложения никак не связаны. Следующий отзыв написали люди, которые, видимо, отдыхали либо в Турции, либо в Египте, и не знали, что можно познакомиться с хозяином отеля, поэтому оставили следующий комментарий. Вот, хамовитый хозяин Славик вечно всем недоволен. Среди отзывов можно найти и советы будущим гостям отелей. Не ссорьтесь с ними, молча убегайте. В противном случае, сговорят со селами и городом, будете рады, что живы остались. Да, вот еще один комментарий, в котором нашелся такой минус. Поздно вечером возвращаться домой
по темной улице. Не заставил себя долго ждать ответ хозяин. Анна, спасибо вам большое за отзыв. В следующем году ждем вас уже вдвоем. Знаете, я много пересмотрел отелей, прочитал много отзывов. Поверьте, это все по-настоящему, это не придумано. Если не верите мне, зайдите в интернет, проверьте, меня проверите и заодно забронируйте себе номер в таком отеле. Понравится вам этот отдых или нет, я не знаю, но запомните вы его надолго. Добро пожаловать в вечерний квартал. Каждый вечер, вечер наступает вдруг. Если делать нечего тебе, мой друг, если ты от жизни, от своей устал, может быть, заглянешь в наш вечерний квартал. Здесь сияют витрины и горят фонари, здесь сигналят машины от зари до зари. Здесь красотки танцуют, здесь всегда полный зал, здесь девчонки целуют, даже если устал. Здесь всегда зажигает наш вечерний квартал. Наш вечерний квартал. Вы знаете, друзья, это уже фактически 2 года. Нашим соотечественникам, украинцам, коронавирус мешал путешествовать по миру. И многие из нас, ну, наверное, просто разучились это делать. Да, но этим летом границы открылись, поэтому специально для вас памятка отдыхающим в нашей постоянной рубрике «Новости» на телеканале Discovery. Внимание на экран. Итак, очень важно на отдыхе All Inclusive в ресторане детей садить за отдельный столик. Ну, потому что, не дай бог, они перепутают свой стакан с вашим. Интересный коктейль. Да, наш совет, мужики, если ваша супруга собралась в караоке с подругой, не нужно с ними идти. Да, пожалуй, не пойду. Да, 100 баллов. Продолжаем. Если вы отдыхаете с другом, то советуем расходиться по номерам одновременно. А то утром может быть такая ситуация, когда тебя сушит, а друга еще не попустило. На тебя похож. Да, еще одно напоминание для мужчин. Не спешите. Принимайте Виагру только в том случае, если девушка уже пришла к вам в номер. Еще один совет для любителей ночных клубов. Самое главное – это вовремя уйти, иначе этим может кто-то воспользоваться. Да. А помните, на любом отдыхе очень важно придерживаться правил. За буйки не заплывать, с пирса не прыгать, а если написано «не влезай, убьет», это не шутки. Не смог сдержаться. Да, неожиданно. Ну и напоследок еще раз поздравляем всех с тем, что все-таки мы снова можем отдыхать за границей. Ну а Европу, Турцию и Египет с тем, что они снова узнают, что такое Ukrainian tourist. Приятного отдыха, не забывайте смотреть Discovery и улыбаться. Поехали дальше. Никого чужого. Наш портал такой вечерний, такой родной. Радует снова. Здесь всегда зажигает наш вечерний квартал. Трошки політичних новин. Після того, як Ілля Ківа став кандидатом наук, він, як і раніше, чеше пах, але робить це інтелігентно, відтепирючи мізинчик в сторону і насунувши пінсне на ніс. Як би там не було, але після того, як Ілля захистив дисертацію, він став постійним відвідувачем інтелектуальних шоу. Дивимось.
Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программа «Кто хочет стать кандидатом наук?». И сегодня с нами играют. Куда же без него? Встречайте, Илья Кива. Специалист в области двухъядерной физики. Человек, который окончил школу с золотой цепочкой директрисы. Человек, который вчесал гвоздь в гроб украинской науки. Ваши аплодисменты, Илья. Добрый вечер. Добрый вечер. Я могу присесть, я прошу сидения. Ой, я прошу прощения. Присаживайтесь, Илья. Благодарю вас, спасибо. А помогать ему будет еще один, можно сказать, кандидат. Я бы даже сказал, светило науки. Правильно говорить, проспект науки, слышь? Виталий Кличко. Ваш аплодисмент. Виталий, градоначальник Киева, который больше всего на этой должности расстроился, когда узнал, что градоначальник управляет именно городом, а не градом и дождем. Что, серьезно? Да. Теперь и я расстроился. Не расстраивайся. А таким образом, сегодня мы с вами играем с головой КМДА и членом ОПЗЖ. Я прошу прощения, давайте без уточнений, кто с чем будет играть, да? Просто начнем передачу. Я прошу прощения. Конечно, конечно, Илья. А, по традиции я напомню нашим участникам правила игры. Не надо, спасибо. Мы все прекрасно знаем правила вашей игры. Илья, крутите барабан. Понял. Виталий, какой барабан? Это не та игра. А, точно, тоже угадай мелодию, ё-моё. Я перепутал, извините. Да, я вижу, все-таки надо напомнить правила игры. Я прошу прощения. Что, Илья? Так мне продолжать крутить или хватит? А перестаньте, Илья, мы в эфире. Как скажете, господи. Господи. Уважаемые участники, вопросы сегодняшней игры будут связаны непосредственно с наукой. Это вот. Хорошо, да. Итак, внимание на экран. Первый вопрос. Кто из этих деятелей не является ученым? Вариант А. Вернадский. Б. Лобачевский. С. Циолковский. Ух, как совпало, видел? Что совпало? Ну, С. Циолковский. Совпадение? Не думаю. Ладно. Д. Коломойский. В Швейцарии. Что в Швейцарии? Вы спитали, де Коломойский? Я ответил, в Швейцарии. Это правильный ответ. Это был не вопрос, Виталий. Вопрос был, кто из этих деятелей не является ученым? А, понял, давайте рассуждать. Давайте, коллега, давайте. Значит, я уверен, что правильный ответ – это Лобачевский. Ты думаешь, он не ученый? Конечно, он не ученый, потому что Лобачевский – это легендарный тренер киевского «Динамо». Вон в вопросе даже подсказка есть. В. Лобачевский, Валерий Лобачевский. Вот. Я понял. Либо это Вернадский. Поясни ход своих мыслей. Потому что Вернадский – не ученый. Вернадский – библиотекарь. Это проверенная информация? Я это знаю точно. В Киеве есть библиотека Вернадского. Я возле нее недавно с велосипеда упал. Ага. Это проверенная информация? Да не веришь мне, спроси у велосипеда. Что ж ты такой достопучий? Так, да? Илья, Виталий, позвольте намекнуть. Вы думаете не в ту сторону? Намек понял? Естественно. Думаем в эту сторону. Давай. Так, что ты знаешь про Циолковского? Ну, то, что он точно не ученый. Почему? Потому что он переулок. Какой? Циолковского. Какой же еще? Я туда к одной тёлке приезжал. Она такая тупая была, там наука и не пахла. Ну, я, в принципе, туда и не нюхать ездил, как бы ты понимаешь. Илья! Я прошу прощения. Мы в эфире. Я напоминаю, уважаемые участники, у вас есть три подсказки. Да.
Мы берем подсказку «Помощь Триала». Что? Господи, это помощь зала, Виталий. А, тогда мы берем подсказку «Помощь зала». Но если в зале есть Триалы, тоже нам помогай. Да, если можно. Да. И я попрошу зал выбрать правильный вариант. Угу. И зал единогласно проголосовал, что Коломойский не является ученым. А ваш вариант? Ну, что я могу сказать? Если зал проголосовал, я только за. Наш ответ – не ученый Коломойский. Как я сразу не догадался, вот я осел. А, это правильный ответ. Подождите. Правильный ответ – то, что он осел, или то, что Коломойский не ученый? Я прошу прощения. Скажем так, у вас два правильных ответа. Понял. Поэтому переходим сразу к третьему вопросу. Да-да, давайте. Внимание на экран. Кто из этих выдающихся личностей изобрел радио? Вариант А. Не надо, мы умеем читать. Тут все написано, конечно. Что ты, зачем? Извините. Значит так, давайте рассуждать. Изобрести радио мог только изобретатель, правильно? Естественно. Пирогов мог быть изобретателем радио? Нет. Почему? Потому что он был изобретателем пирогов. Хорошо. А изобретатель сахаров? Тоже нет. Почему? Изобретатель сахаров изобретал сахара для изобретателя пирогов. У них, скорее всего, был какой-то совместный кондитерский бизнес. Нахрена им это радио было? Объясни мне. Тогда оба отпадают. Ничего не отпадает, я придерживаюсь. Да я не про то говорю. Я прошу прощения. Илья. Я прошу прощения. Ладно. Что ты скажешь про изобретателя ползунов? А что я могу сказать? Красава. Я в его изобретении с 3 месяцев ползал. Очень отличные штанишки. Я, кстати, и сейчас в них. Немного натирают, правда. Но... Ну тогда остается один сомнительный вариант Б. Почему сомнительный? Потому что попов не изобретают, попами становятся после окончания душевной семинарии. И если этот деятель не изобретал попов, значит, ему ничего не мешало изобрести радио. Ответ Б. Интересная версия. Но я все-таки предлагаю перестраховаться. Давай. Господин ведущий. Я здесь. Я прошу прощения. Господин ведущий, мы берем подсказку «Групповушка». Не понял. Ну, 50 на 50, как это еще по-вашему называется? Я не понимаю. Господи, Илья, вы же кандидат наук. Да, я кандидат наук, я защитил диссертацию, и что? Зачем оно вообще было вам надо, защищать диссертацию? Все очень просто. Меня просто постоянно обсчитывали проститутки, я решил как-то с этим покончить. Какие вопросы там? Так, я понял. Специально для вас мы сегодня меняем правила игры. Вопросы будут максимально простыми. Это хорошо. И очень простыми. Это еще лучше. Даю подсказку. Об ученых. Супер. Спасибо. Запомнили? За подсказку. Да. Внимание на экран. Что объединяет этих людей? Ну тут все просто. У этих троих есть Тесла. Нет. Спасибо за подсказку. У этих троих нет Теслы. Это неправильный ответ. Илья, ваш вариант. Я прошу прощения, но я отказываюсь отвечать на этот провокационный вопрос. Почему провокационный? Что объединяет этих людей? Да вы посмотрите на заглавные буквы. ЛГБТ. Как вы думаете, что их может объединять? А, теперь понятно, как они на Теслу заработали. Ну, а я о чем говорю? Господи, видимо, мы подготовили для вас слишком сложные вопросы. А, давайте так, давайте перейдем к школьным задачкам. Если давайте. Можно. Да? Внимание на экран. Увидели? Да. Найдите лишнее на этой картинке. Ну, я прошу прощения, но это легкотня. Прошу. Кандидату наук могли бы что-то посложнее подобрать. Давайте. Значит, очевидно, очевидно, что здесь лишний рак. Почему именно рак? Потому что осетр и осел оба на одну букву. Букву А. Это неправильный ответ. Конечно, неправильный. Какой это рак? Это омар.
Тут все трое на букву А, тут нет никого лишнего. Это правильно. Давайте дальше. Ладно. Виталий, для вас простой математический блиц. Да. Внимание на экран. Это легкотня. 2, 5, 8, 3 точки, знак вопроса. Дальше. Виталий, не торопитесь. Вам надо угадать четвертую цифру. А, четвертую цифру? Конечно. Ну, четвертая цифра 4. И у меня 4, все правильно, значит. Ладно, Илья, следующая картинка для вас. Что это? Яблоки, бананы. Так. Так, а это что, круглое такое? Я не понимаю, что это такое? Илья, это кокос. Какой же это кокос? Я прошу прощения. Вы что, в своем уме вообще? Вы что, кокос не видели, что ли? Я-то видел. Я не могу понять, куда кокос насыпали. Это что, миски какие-то или что? Илья, он так растет. Не надо нас путать, пожалуйста. Все прекрасно знают, что кокос вообще не растет. Да с чего вы взяли? Да потому что даже песня такая есть. Крокодил не ловится, не растет кокос. О. Вы будете отвечать или нет? Да, господин ведущий, у нас досрочный ответ. Да какой досрочный ответ? Вы уже 10 минут рассуждаете над простой детской задачкой. Я уже не знаю, что еще проще у вас спросить. Так, Виталий, давайте так. Давайте. Кто придумал таблицу Пифагора? У меня есть время подумать? Да что тут думать, Виталий? Фамилия звучит в вопросе. Посмотрите на экран. Кто придумал таблицу Пифагора? А, то есть подсказка в самом вопросе. Фамилия. Да. Фамилия зашифрована. Ну. Так. Кто? Таблицын? Нет. Придумьев? Да нет же. Кто-тов? Какой кто-то, Виталий, это пи... Пец, какие сложные вопросы, я с вами согласен. Я поддерживаю. Да, я беру подсказку «Звонок другу». Ах, хорошо, берите подсказку, я надеюсь, он вам поможет. Кому будем звонить? Своему одному очень умному знакомому. Пожалуйста. Я прошу прощения. Нахрена ты мне звонишь? Да я не тебе звоню, что ты... Возьми трубку. Что? Возьми трубку. Алло. О, Илюша, наконец-то дозвонился тебе. Это Виталий. Я понял. Кличко. Да понятно. Брат Володя который. Ну я понял. Ну, боксер. Ну, понятно. Мэр Киева. Да понял, я понял. Узнал? Да узнал, я тебя узнал. Нахрена ты мне звонишь? Алло. Ты что, придурок? Ты не видишь, я по телефону разговариваю. Извини, Илюша, отвлекли. Так что ты звонишь, что ты хотел? Короче, все. Сорвалась, связь плохая. Ну что ж, как вы поняли, только что впервые в нашей передаче была использована подсказка «Звонок друг другу». А можно еще раз взять подсказку «Звонок другу»? Нет. Тогда я беру подсказку «Звонок брату». Нет такой подсказки. А звонок заму? Нет. А если зам сам меня наберет? Ну, сам. Хорошо. Если хоть кто-нибудь вам позвонит сейчас, можете ответить? Можешь. Хорошо, ответить. Спасибо. Толик, срочно набери меня. Итак, продолжаем. Давайте. Алло, кто это? А, Толик, я не могу сейчас говорить, я на съемке, потом перезвоню, давай. Фух, я использовал все три подсказки. Красавчик! Так, чтобы уже как-то быстрее закончить эту передачу, я объявляю блиц. Давайте. Отвечаем быстро и коротко, понятно? Понятно. Готовы? Готовы. Начинаем. Илья, что придумал Ньютон, когда ему на голову упало яблоко? Ну, как минимум отойти от яблони, наверное. Пусть будет так. Нет. Виталий, закончите известную фразу. Одна голова хорошо, а две... Хорошо, хорошо. Продолжаем. Илья, закончите фразу Галилея. И все-таки она... Чешется.
Неправильный ответ. Да я не отвечал, у меня тут просто небольшой конфуз и случился. Я прошу прощения, секунду. Виталий, закончите следующую фразу. Пришел, увидел. Ну тут легко, не пришел, не увидел. Нет, неправильно, Виталий, победил. Неправильно, но Виталий победил? Мне нравится эта передача, Илюш. Понял. Дальше. Закончите народную мудрость. У кого что болит? У меня зубы. У меня плечо немного потянул, ну и рука тут что-то застряла, я не могу понять. Так, что-то. Давайте следующую. Когда я ем? Утром, днем и вечером. Нет, вам надо продолжить фразу. Когда я ем? Тогда я ем. Илья, попробуйте вы. Когда я ем? Смотрю YouTube. Нет. Да. Да нет же! Да даже, спорим! Виталий, яйца курицу... превращает в петуха. Неправильно. Терпение и труд, все... Перекур. Какой перекур? Ну все, перекур. Все. Да нет никакого перекура, Виталий. Соберитесь. Для вас следующий сложный вопрос. Напугал. Для меня все вопросы сложные, давай. Внимание, кто такой Паскаль? Тот, кто не скачет. Не понял. Ну, кто не скачет, тот Паскаль. Нет. Какой бред. Илья, вопрос да. вам. Да. Назовите итальянского ученого, изобретателя, художника, известного своей работой «Мона Лиза», которого звали Леонардо. Так, а фамилия? Фамилию должны назвать вы. А, можно любую? Нет, итальянского художника Леонардо. Я дам вам подсказку. Дави... Так. Ну? Да что ну? Говорю, дави... Да давлю я, вы подсказку будете давать или нет? Господи, Я не понимаю, что происходит. Я не знаю, что еще проще у вас спросить. Давайте так, у нас заключительные фоторебусы. Давайте. Для детей. А, то есть отвечать не нам, правильно? Неправильно, вам. Отвечать нам, но неправильно. А понятно? Я всегда так и делаю, что ты рассказал. Внимание на экран! Так. Виталий, вам просто нужно сложить слово из того, что вы видите на картинке. Так, посмотрим. Ну тут понятно, тут под крыса. Тут что, каблук. А, не, можно поменять. Каб Чиполлино. Вот это третье, что я не знаю, что это. Ну, а что это непонятное? Так, конечно, непонятное. Тут ошибка. Зачем они в слове «яйца» ключи нарисовали? Это ж ключица получается. Илья, помолчи. Я прошу прощения. Так, а вот это последнее, это что, ведущий? Ну что тут непонятного? Ш, нота и па. А, шнатопа. Виталий, вы вообще ноты знаете? Да. Ну так поставьте нужную. Ждопа? Шреппа, шмипа, шфапа, шсольпа. Ну, Виталик, ну! А, ну, шнупа. Да какая шнупа? Что идет после соль? Перец. Какой перец? Какой перец, Виталий? Это шляпа. Ля-нота, шляпа. Да я с вами абсолютно согласен. Вся эта ваша передача полная шляпа. Столько времени потерял. Лучше бы я еще одну докторскую диссертацию защитил. Так, Илья, идите, я пойду Киев перерою. Виталя, поехали. Знаете отсюда. Что? Вот. Извините, сколько дорогие. Каждый свой, никого чужого. Наш портал такой вечерний, такой родной. Радует снова. Здесь всегда зажигает наш вечерний портал. Зустречайте, Лайма Вайкуле. Добрый вечер. Добро пожаловать. Давненько, честно говоря, мы не встречались. Ну, такие времена, эти полтора пандемичные. Полтора года жизни. С ума сойти можно. И мы скучали. И мы скучали. Да, и вы скучали. Мы предлагаем вам сняться в немом кино. Ну, это, в общем, ничего сложного. Пойдемте. Вот ваш столик. Это такое уютное кафе. Итак, все готовы? Дубль первый, кадр первый. Фильм «Курортный роман». В главной роли Лайма Вайкуле. Немое кино. Смотрим.
Наши оплески Лайма Вайкули, Стас Баклан у вечернем квартале. Спасибо. Вечерний квартал. Наш наступный гість прилетів из Израиля и погодився выступить у нас абсолютно безкоштовно. Нам лише треба проплатить его дорогу, харчування, житло та гонорар. Зустрічайте израильский стендап-комик Илья Аксельрот. Добрый вечер, всем здравствуйте и шалом! Рад вновь приехать, оказаться здесь, в вашем прекрасном городе. Всех приветствую. Знаете, сегодня хочу поговорить про женщин. Попрошу вас сперва поаплодировать всем девушкам в зале, мамам, бабушкам, всех, кто нас смотрит и находится здесь. Потому что вы прекрасны, я вам сегодня это докажу. Я вообще раньше ничего не придумывал про женщин, про отношения ничего не писал, я про это ничего не знал, я рано женился. В 22 года я все знаю про женщин, но ничего про женщин в целом. Но однажды на концерт ко мне пришла моя мама. Она прослушала впервые в жизни мой концерт и подошла ко мне. Я был счастлив, конечно, потому что было много людей, все было успешно, но она дала мне самый неожиданный комплимент. Сказала: «Илюшенька, я слушала твой концерт, хочу сказать, ты выступаешь вот лучше любого профессионала». Я тогда понял, что только еврейская женщина может сделать комплимент, после которого хочется уйти из профессии навсегда.
Я решил кое-что написать про свою маму, про еврейских женщин и про женщин в целом. И сперва хочу вам доказать, что вы, женщины, гораздо сильнее, гораздо брутальнее мужчин. Во-первых, вы можете рожать. Я сейчас не про физиологию, это Бог дал. Вы можете в себе вынести ребенка, можете морально это пережить. Я помню, моя жена ходила беременная и говорила: «Послушай, послушай, он бьется, послушай, он бьется!» А я стою и думаю: блин, если бы во мне что-нибудь билось, я бы сдох от страха, как и любой мужик. У нас ничего не может биться, кроме там пива, например. А потом, когда уже настали роды, она говорит: я чувствую, что завтра рожу. Я начал паниковать, говорю: что делать, что делать? Она говорит: я знаю, что делать. Нужно сделать педикюр. И у нас зачем педикюр? Ну, там будет врач, я должна выглядеть хорошо. Послушайте, я был на родах уже дважды. Я вам клянусь, педикюр не спасает картину. Это не то, что без него все отвратительно, а с ним, ну, прям хорошо. Прям врач подойдет, скажет: о, девушка, у вас маникюр, педикюр, вы еще побрились, вы готовая мать, я вам аплодирую. Ну и на этом брутальность женская не заканчивается, потому что женщина превращается в зомбо-мамы. Знаете, когда вот женщина не спит никогда, поскольку она встает к ребенку каждую ночь. Я, кстати, тоже пытался вставать, но я сразу понял, что это все не мое. А важно в жизни понять, что ты занимаешься не своим делом. Но моя жена вставала, поэтому не высыпалась и ходила с ребенком на улицу с этими колясками, вот эти зомбо-мамы, которые встречаются в парках и о чем-то говорят. Я не знал, о чем эти нежные женщины могут беседовать в летнем парке, пока однажды не зашел на эту сходку, услышал, как одна рассказывала другой, как ее зашивали. Прикиньте, как кого зашивали. Мужики на такие разговоры не способны. Не способны. Нет ни одного парка в Израиле, где собираются мужики с пивом и рассказывают, как кого обрезали. Мы вообще таких тем боимся. Но поэтому, кстати, обрезание проходит очень рано, знаете, да, на восьмой день жизни. Это потому что так написано в Святой книге, не потому что есть такая пословица, типа, семь раз отмери на восьмой день. Нет, это не связано. Ну, для нас просто это травма такая. А женщины могут об этом нормально говорить. И на этом ваше превосходство над вами не заканчивается. Я хочу сказать, что у женщин потрясающая память. Мужик в этом плане как рыба. Его обидишь, тут же забыл. Да, вот. Дурак, сам дурак, подрались, завтра дружим. Обидишь женщину, она тебе сперва вообще ничего не скажет, но заведет на тебя дело. Женщина в душе прокурор. У нее есть дела на всех. На тебя, на твоих друзей, на твоих родителей, на своих подруг, на все. И эти дела нельзя закрыть. Они находятся в состоянии условные дела, и когда-нибудь они взорвутся. Нужно только дать полуповод. Я вам дам пример. Мы были с женой как-то в супермаркете, и на кассе сидела потрясающе красивая девушка. Я говорю: Настя, посмотри, какая красавица, ей нужно в журналах сниматься, а не здесь сидеть. Она говорит: да, красивая. Но я с женой же поделился. Жена же друг, ну, думал я. Я про это бы и забыл, но прошло месяца 4. Я возвращаюсь домой без сахара. Она говорит: сходи за сахарами. Я говорю: они уже закрываются. Ничего, твоя тебе откроет. Понимаете, какая у вас память? Я хочу поэтому сделать свой самый главный совет всем мужчинам по отношению к женщинам. Ни в коем случае не смейте будить женщину утром, если ей можно еще поспать, вам нужно уже встать на работу. Ну не делайте это. Любое дело, которое на вас шьется, взорвется в этот же момент. Ведь женщины могут требовать от нас это, потому что когда женщина просыпается рано, она делает это тихо, да? Да? Нет. Нет. Именно поэтому придуманы женские тапочки с каблучком, что если я королева встала, ты, падла, спать не будешь. Я помню, моя жена просыпается, начинается это цоканье, цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок, в шкаф взяла одежду, цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок, в зеркало, не то, опять цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок, опять взяла одежду, опять цок-цок-цок-цок-цок, опять не то. Поняла, в чем проблема, включила свет. Пошла опять цок-цок-цок-цок, взяла, отложила, пошла в душ. Душ на полную громкость, не мощность, громкость. Ты, сволочь, спать не будешь. Потом фен, 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 фен. Ты будешь слышать каждую фенинку этого фена. А потом она заходит в комнату и начинает душиться, чтобы ты, как таракан под шлейфом, сдох. Но ты не будешь спать, если она встала до тебя. И вот ты уже притворяешься мертвым, она подойдет к тебе и скажет напоследок: я пошла. Я не знал, что девушек интересует секс, потому что я женился рано, когда секс нужен в основном мальчикам, девочкам он так. Но потом все меняется, в 30-35 он нужен только девушкам, а мужик уже так, ну типа, не, лучше пошпаклюю, что-нибудь на рыбалку съезжу. И специально для таких вот пар есть сексологи. Моя знакомая работает в этой профессии. Мы с ней однажды встретили в самолете, кстати, по дороге в Минск. А мы очень обрадовались встрече и выходили из самолета вместе. Проходили границу, потом взяли багаж и как бы с ней вместе прошли таможню, и тут ее чемодан решили просветить. Вы понимаете, она летела на лекцию про секс. А когда открыли чемодан, а у белорусского пограничника был взгляд типа: девушка, вы приехали нас завоевывать?
Вы не представляете, что там было. Там были всякие игрушки, большие, маленькие, черные, белые, пластиковые, упругие, мягкие. Там даже была такая штука, которая умеет делать вот так вот. Ну, типа, все нас заменяет. Это кого заменяет? Кто из вас такое умеет? Я не знаю. А, ну, все пробовали, никто не получилось. Короче говоря, я говорю, Катя, что это? Он говорит, это игрушки. Я говорю, игрушки? Я потом от страха пошел в туалет, смотрю, ну, у меня игрушка. Говорит, этим убить можно. Какая же это игрушка? Я рядом с ними комплексую. И главное, для женщин придуман весь этот чемодан. А что для нас, мужиков? Надувная резиновая женщина? Поаплодируйте, кстати, у кого есть такая. Ну, ведь никто не признается. Ну, скажите, а вот вы же видели ее, да, глазами? Что можно с ней сексуального вообще вообразить? У нее же выражение лица, как будто ее призвали в армию, она бежит в атаку с криком «Ура!» Вот так, что с ней можно вообще сделать? И там никаких скоростей, каких-то вибраций, режимов. Там есть маленькая хитрость, можно немного сдуть воздух, она будет выглядеть старше. Все! Больше ничего. А для женщин в этом мире создано все. Девушки, вы все равно прекрасны. Поаплодируем вам еще раз. Огромное спасибо за внимание и до встречи! Рано чи пізно всі правителі уходять. От один знайомий нам всім диктатор з 90-х років був на своєму посту і теж вирішив піти. Отже, кабінет Михайла Михайловича Поплавського – останній день на посту ректора Київського національного університету культури і мистецтв імені... Ну, ви зрозуміли. Ірося? Так, Михайло Михайлович. Коротше, мене ж ти ж пам'ятаєш, да, що в мене останній день сьогодні ректорства? Так, звісно. О, зови мого приємника. Хвилиночку. Давай, заходь, заходь. Привіт, Люша. Михайло Михайлович, вызывали? Привіт, Люша, да. Короче, собственно кажучи, ну, що я тебе визвав сюди? Как бы, чого я тебе визвав? Справа в тому, що я йду на пенсію. От. Як то кажуть, орел вже не юний. От. Кропива вже не пече. Вареники охололи. Поэтому я хочу, щоб ти став ректором Київського національного університету культури і мистецтв імені мене. Я? Да. Я, конечно, бачу в твоих глазах таке трішечки шокове состояние, чому именно ты. Ти сідай, сідай. Я тобі об'ясню, понимаешь, просто ти єдиний, хто гідний цього шикарного місця, понимаешь? Бо ти такий же талановитий, як і я, понимаешь? Ти такий же талановитий, понимаешь? Поэтому я тобі віддаю оце порайся з п'ятьма цими этими зданиями, з п'ятьма зданиями університету. Так, так у вас же 4 корпуса всього. А ти думаєш, де я свої костюми храню? Кстати, и костюмы я теж тобі передаю. Забирайте костюмы. Бо я бачу твої концерти, ти виступаєш в домашки. Як лошара. От, так що не переживай. Костюми теж і саме головне це окуляри, в яких я виступав всі ці роки. На, держи, одівай. Одівай. Вау. Прикол, да? Ой, Михайло Михайлович, ви ж голий. Тихо. Ну, тепер ти розумієш, що у мене в потанцовці 20 дівок. Клас. Що ти на мене дивишся, як на голову ткача? Прекращай. Значить, ти не переживай, не волнуйся. Все хорошо. От. Значить, бути ректором – це не проблема. Значить, ти отак можеш робити, отак, отак. Отак, можеш, отак, да. Да. А ти не можеш отак, шаг вперед, шаг назад. Шаг вперед, шаг. А тепер отак от, отак, сурікат. Отак, оп, туди пішов, такий, оп, такий. Оп, надоело, пішов сюди. Пішов такий. От. Слухай, та ти даже кращий сурікат, ніж я. Ти прям сурікат Київського, національний університет. Ну, ти поняв, так? Да? Коротше, це діло треба обмити. Зараз зробимо. Сідай. Так. Ірочка. Так, Михайло Михайлович. Ірочка, можеш, пожалуйста, 2 віскі, коротше, принеси мені? Давай. А, стій. Заходь. Да. Талановита девка, да? Хорошо, красиво. Будешь? Или нет? Не хочешь? Или нет.
Я хочу сказати, що дуже мені важко уходити, тому що я в цих стінах воспитав такі дуже шикарні професії, як режисер-офіціант, як співак-кур'єр. Вот. І гордість нашого університету – актор-таксіст. Боже, як вони за кермом Ланоса круто грають бізнесменів. Це просто шик. Вот. І не бойся ніколи процедури прийняття першокурсників. От, от, присидь тут. Значить, першим ділом сідаєш отак от на край басейна. Сідаєш на край басейна. Ноги отак от, голі ноги отак в басейн, водичку отак от. От. І студенти пірнають в воду. Така дуже щекотлива процедура. Ну, ти знаєш що-небудь про пілінг рибками? Ну, звісно. Тільки місто рибок студенти. Щекотлива процедура. Дуже щекотлива процедура. От. Я, кстати, між прочим, хочу сказати, що ми в наш вуз в свій час прийняли таких шикарних зірок, як Гайтана, як Сідакова, як Оля Полякова. І ще дуже-дуже багато зірок, які стісняються сказати, що вони закінчили університет Поплавського. От. Ну, собственно говоря, зірками, студентами, все. Давай, сідай. Сідай, Льоша, сідай на цей трон. Тепер це твоє, тепер ти ректор. Все. Давай, красавець, дай. Ну, так а що ти йорзаєшся, як декан? Ну, сядь нормально, як ректор. Закидуй ноги на стіль, давай, закидуй. Бо перше, що повинні побачити люди, це твої дорогі тухлі. Понимаєш? О! Дорогі тухлі, а не у ці лахавські педалі. Льоша, що це за гімно? Знімай, не позорся, ти що хочеш? Ти що, прекрати. У мене є спеціальна обувь. Спеціально для закидування на стіл ног. Отак, щоб закидувати. От. Дві туфлі все в мірі. Права в мене, от. А ліва в Майкла Джексона. Ну там, походу, вже не достати. Поэтому будеш закидувати цього одну ногу. Отак, понял? Все, на. І помни, саме головне, що треба прожити життя так, щоб жодна студентка не накатала на тебе заяву. Понял? І останнє. Це не парік. Це флешка. Тут я храню всі свої пісні, всі свої треки і меню всіх моїх ресторанів. Наклоніть, будь ласка, я не можу. Красавчик. Держи. Держи. Все. Браво. Вилі директор Київської національної середини. Ну що? Сімба. Тепер це все твоє. Весь шоу-бізнес. Дорогі друзі, як тебе? Льоша. Дорогі друзі, Льоша. Красава, давай. Юра Ткач, он же Поплавський. Добрий вечір. Пара зрозуміла, що за їхнім сексом підглядають, коли почули з коридору на біс. Як ви вже здогадались, настав час номера на біс. Життя контрабандистів дуже складне, і іноді, щоб пронести через кордон контрабанду, вони вигадують дуже оригінальні методи. Отже, десь на кордоні з Польщею. Слышь, меня один вопрос уже два часа интересует. Ой. Может, было надо весь товар засовывать в себя непосредственно перед границей, а не за 50 километров до нее? Ну, зато так увереннее перед пограничниками будем. Все нормально. Ну, пошли. Ой, как тяжело так. Вот. Ты скажи спасибо, что мы ПЦР-тесты не проходили. Вот в прошлый раз мне вот так вот пошарудили вот эта вот штучка. Я так чханул.
Пачка сигарет чуть пограничнику бошку не отбил, да? Ой, блин, если теща говорит, телефон хочу. А? Я говорю, мама, давайте просто телефон, а? Она говорит, нет, с наушниками. Ой, с пауэрбэнгом. О, боже. Да чтобы еще с дополнительной заря. Ой, боже. Тихо-тихо-тихо. Что такое? Тихо-тихо. Что такое? Бутылочка выскальзывает. Так, держи. Вась, держи. Держу. Держи. Держу. Сейчас. Ну-ну-ну-ну-ну. Взял. Взял? Взял. Все. Так. О. Чуть повыше поставил. А, пошли. Да. Ага. Повыше поставил. А ты как вообще в этот бизнес втянулся, а? Как втянулся? Ну так, очень просто. Я же этот, учился на юриста. Так. Вот, получил диплом, подхожу что-то так к начальнику села, вот это, так. К голове. Говорю, возьми меня на работу, вот диплом. Он говорит, засунься, знаешь, куда этот диплом? Понятно. Ой ты, как тяжело так. Да, золото, золотимся мы, да. Ой, да. Золотимся. Ой. Что там? Ой. Что там у тебя? PlayStation падает. Сейчас, помоги, пожалуйста, помоги, я тебя прошу, пожалуйста. Да. Да, сейчас. Держишь, взял? Да, взял. Зафиксировал. Держи. Да. Сейчас. В плед обмотаю. Чтобы не упал, все, да. Все. Нормально, все. Не разобьется. Я устал идти, вас, честное слово. Давай я самокат достану, мы хоть чуть-чуть подъедем, а? А как мы его потом после коробки новым продадим? Ну, давай тогда присядем, отдохнем, что ли, ну. Давай. Тихо, аккуратно. Все, встали. Хорошо. Ну, ты, конечно, красавец. Столько добра упаковать, а? Да. И как это у тебя получается? Ну, у меня же секрет есть. Да? Да. Секретный резервуар. Интересно. Да. Я знаю, что делаю? Что? Лайфхак. А ну. Значит, сначала запихиваю туда пылесос. Так. Шнур оставляю снаружи. К нему приматываю все, что надо. Ага. Вот так кнопку нажимаю, так. И он все затягивает. 3 секунды делов. Крутяк вообще, слушай. Так. Шухер пограничник. Так. Так, давай, Николай Петрович, в темпе давай. Старайся, Андрей Степанович. Давай быстрее, давай. Опа-на. О, смотри. Так, а ну замерли. Погранслужба, старшина Петренко. Значит так, вы стойте на месте. Мы сейчас в Польшу по служебным делам. И обратно. Вы на месте стойте. Ясно? Да? Так, все, пошли, Николай Петрович. Пошли быстрее. Давай, поднажми. Не нравится мне все это. Валим. Бежим. Стой. Что? А куда мы бежим? А что, у меня связи есть в суде. Серьезно? Да. Ты что, помог кому-то? Это интересно как. А ты думаешь, как судью Чауса через границу, что в багажнике машины перевозили? Это ты? Серьезно? Естественно. Ну ничего себе. Тихо, что? Ой. Тихо. Что такое? Набор ножей к соусу чили подобрался. Сейчас, подожди. Чили, это плохо. Сейчас, подожди. Не, смотри, аккуратно. Ни звука, тихо. Аккуратно. Все, я между ними фен положил. Фу, все. Молодец. О! Здорово. Это кто? Это Илюха. Семенами занимается. А что с ним? Очередь большая была, под дождь попала, оно проросло все. Понятно. И вот теперь и так все и... Что такое? Что такое? Робот-пылесос включился. Ну так выключи его. Вот. Сейчас. Выключил? Сломал. Ну ты даю. А так обидно. Что, ой! Ой-ой-ой! Шо-шо-шо? Ой, обидно ему. А! Шо-шо-шо? Походу, куры мешок с зерном нашли. И теперь клюют его. Вольер построй! А когда не было времени? А где наши эти контрабандисты? А вот они.
Смотри, бегут, а. Догоню, догоню, догоню. Так, а ну стоять! Сюда идите. Замерли. Руки вверх, ноги на ширине плеч. Товарищ офицер, а можно только руки вверх? Я говорю, ноги на ширине плеч. Все, приехали. Ну, подождите, ну, может, мы как-то договоримся? Договоримся. А что вы можете предложить? Сколько у тебя с собой? Сейчас, не знаю, посчитаю, подожди. 150. А у тебя? А у меня? Блин, мелкие купюры, сейчас машинку достану. Ну? 3,5. У нас, короче, 5. А... Маловато. Маловато. Чё маловато-то? Ну, как это маловато? Чё маловато? Что сразу маловато? Шо так, ну все, давай их на рентген. Давай, в будку! Только не рентген. Так, заходим, заходим, заходим. Включаем рентген. Ага, тут ясно. Я не понял. Вы что, нелегала провозите? Да, а ну стоять! 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 Стоять, говорю! Куда? Куда? Стоять! Фу. Ой, Вась, кажется, пронесло. Надо, наверное, пойти еще больше затариться, раз тут такое. Ну, пошли туда. Я тебе по дороге на рояле сыграю. Валим, 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 валим! Аркадія вигнали з пологового будинку, коли з'ясувалося, що знімати пологи дружини можна, якщо це твоя дружина. Як то кажуть, поява нового життя – це найщасливіший момент в житті кожної людини. І дехто з нас, зрозуміло, намагається залишити згадку про це, знімаючи відео пологів. А дехто йде ще далі. Дивимось. Людусик. Коля, шо это? Чего бы это? Тихо. Раз, раз, раз. Что ты делаешь? Лёд, ну ты же знаешь, что некоторые пары роды снимают, да? Ну знаю. Я решил в этом моменте пойти еще дальше и снять зачатие. Нормальное вообще? А что тут такого? Ну, роды это банально, Люда, но в конце концов. А мы будем первые, кто зачатие снял. Соседи обзавидуются все. Коля, какие соседи? Роды вообще снимают для того, чтобы там сидели, я не знаю, смотреть в кругу семьи. Ну, правильно. Мы тоже будем смотреть в кругу семьи. Сначала посмотрим то, что мы сегодня снимем. Потом посмотрим нашу свадьбу. Потом роды, все по хронологии, Люд. Слушай, давай ты лицо попроще сделай. Первое видео сына, он тебя увидит, ты с таким грустным лицом стоишь. Что это такое, Люда? Он один из миллиарда добрался до цели, а тут ты с таким лицом. Ну что это? Давай. Сынок, ты пока еще во мне. Ты с ума вообще своему уме? Под сердцем. Под сердцем. Значит, будешь сделан с любовью. Вот. Вон, видишь? Все, соответствует антуражу. Знаешь, смотри, клубника, шампанское, свечи, все. Все соответствует твоему зачатию, да, Люд? Надейся. Да, сынок, вот ты родишься, я наконец-то День Отца буду отмечать уже по-настоящему. Как отец, а не просто так вот это. Люд, что ты делаешь? Не ешь клубнику, это же для картинки, в конце концов. Ну... Сын, сынишка, сыночек. А чё сыночек? А может, дочь у нас? Видишь, сын,
Мама в тебя не верит, но папка в тебя верит. Чемпион! Вон мамка твоя пока еще ни капли не беременная сидит. Смотри. Сейчас как к твоей мамке, смотри, как буду приставать. Так, Люда. Успокойся. Ну, просто когда ты родишься, я же уже твоей мамкой не так буду интересоваться. Ну да ладно. Значит так. Сынок, зачатие твое будет долгим. Часа 4. Это я потом видео смонтирую на 10 минут. Ну, чтобы удобнее было. Да. Ну, что, Лёд, приступим, а? Я сказала нет. Мамка стесняется, видишь? Боится. Это же у нее первое зачатие, в отличие от меня. Уля! Папка шутит вообще. Я тебя потом с сестрой познакомлю, да. А вообще, честно, роды я пропущу, потому что лучше поприсутствовать на зачатии и пропустить роды, чем присутствовать на родах и пропустить зачатие. О, папкина вторая шутка, ты видал вообще, сынок? Уважаемый сын или дочь, возможно, у тебя возникнут вопросы, почему ты явился на свет спустя 6 месяцев, как мы записали это видео. Но ты не задавай эти вопросы отцу. И да, мужчине, который снимает это видео, их тоже не задавай. И вот его называй папа. А вот мамка плохо шутит, сынок. Плохие шуточки у твоей мамы. Ладно, пока мамка настраивается, я тебе папку покажу. Смотри. Вот одна рука, смотри, вот раз. Вот вторая рука, смотри, о, вторая рука. Вот нога одна. Оп. Вот вторая нога. Короче, сынок, руки, ноги есть. С голоду не помрем. Если что, будем есть мои руки и ноги. А папка вообще сегодня что-то разошелся по шуткам, я тебе говорю. Господи, послал же Бог такой красавицы муженька. Да, мамка у тебя, конечно, вообще, смотри, красотка до родов. Ты-то ее будешь знать совсем другой. Сейчас, смотри, какая. Сейчас она какая, смотри, ух, какая. Какая, смотри, кровь с молоком. Так, Оля. Прям бомба-ракета. Я сказала, перестань. Короче, мамка как мамка у тебя, да, осталась. Что тебе еще показать? Значит, комнаты твоей пока нету. Но я думаю, папка что-нибудь придумает, знаешь? Вот. Люд, ты готова или нет? Иди к черту. О! Познакомлю сейчас тебя с бабушкой. С маминой мамой. Эта комната ее там. Кстати, может быть, впоследствии, я надеюсь, в скором времени, эта комната станет твоей. Горшок там уже есть. Папка вообще разошелся сегодня прям. Короче, вот там, сынок, гордость папкина, там турник. Вот, вот поэтому у тебя такое, папки вот такие мускулистые руки, видал? Нет, сыночек, у папки твоего кривые ручки. Да. И то у нас вообще-то не турник. То у нас так папа воду в квартиру провел. Поэтому, сына, на отца в жизни вообще не надейся. О, точно. Ты права, Людок. Надо записать видосы на разные случаи жизни. Кто его знает, какую судьба тебе свинью подложит. Правда? Значит, первый видос пошел. Значит, сынок, ты... Наверное, удивлен, что это видео записывается не в нашем фамильном особняке, в котором ты сейчас живешь. Но бизнес по продаже кабачковой икры стартанул и получился вообще вышаг. Можешь теперь себе позволить все, что угодно. Пока! Так, теперь второй видос сейчас. Сынок, ты, наверное, удивлен, что у нас когда-то была квартира. Но даже такой перспективный стартап по продаже кабачковой икры может в один момент рухнуть. Все. Пока. Ну, все, я все записал. То ты готова, Лен? Коля, я уже 100 раз сказала нет. И вообще, мы с тобой планировали ребенка заводить на нашу годовщину. Ну, правильно, а сегодня что? Сегодня же годовщина. Годовщина, Коля, через 3 месяца. Тогда мы переносим годовщину на сегодня, Люда. Чего это? Потому что я телефон взял в магазине бытовой техники, мне на него скидку не дали, я обещал его завтра вернуть.
нормальным, что-то сюда. Телефон за нас. Хватало, чтобы это еще какой-то продавец увидел все, что ты тут наснимал. Ну что, Колян, беги, делай своего малого. И привет ему передавай. Давай, что? Беги. Стой, подожди. А? Шампусик забыл. Ты же говорил, что твою без шампанского никак не уломать. Понял. Да, удачи. Ну все, побежал. Ага. Коля, а что это? Что? Мужчина, проезд оплачиваем. Не, мне деньги нужны, я сейчас ребенка делать еду. Ты что, всем свои планы рассказал? Нет, только им. Господи. А скидку на камеру сделаете? Нет. Да я тут такого наснимаю. Если сделаешь скидку, я тебе потом все покажу. Ты офигел, что ли, или что? Я тебе сейчас с балкона скидку сделаю, ты на своем уме что-то несешь. Люда, нельзя, я его я взял, тебе сейчас... он без ты скидки дали пойду. Мне, Люда. Что, ты глянь, что ты говоришь. Но наш концерт подошел к своему логическому завершению. Как по мне, так все хорошо. Прошло прям на одном дыхании, да? Прям... А, спасибо. Спасибо. Вы знаете, на одном дыхании вы были раньше. А сейчас вы как-то на одной одышке. Я что-то не понял, мужчина. Что вам не нравится? Люди, опомнитесь, ну сколько можно на это смотреть, а? Ты чего? Куда пропали эти искрометные, жизнеутверждающие шутки? Где они? Вам что-то не нравится, мужчина? Ну, давайте смотреть правде в глаза, а? Давайте посмотрим, давайте. Квартал уже не тот. Ага, так, интересно. За весь концерт ни одной острой шутки про нынешнюю власть. А. Я это как депутат Евросолидарности так, говорю. Так, все, сядь на место, господи, Евросолидарность. Давайте. Честно, это тоже люди пришли. А там... я, между прочим, согласен с мужчиной. Еще один. Ну, с чем ты согласен? Нет, на самом деле, люди дорогие. Ну, сколько можно? Ну, накипело уже. Вы посмотрите, во что вы превратились. Во что? Ни одной острой шутки про Зеленского. Послушайте, если вы... Ну, правильно ж? Если вы такой умный, так. Если вы такой умный, покажите, как надо шутить про Зеленского. А давайте. Я и покажу. А покажите. А я и покажу. Ну, пожалуйста. Вот почему у Зеленского торт не получается? Почему? Да потому что у него же яиц нет. Вообще-то, это наша старая шутка только про Порошенко, понял? Зеленский вообще торты не печет даже. Ну, я же говорю, ни тортов, ни яиц. Да все, сдулся квартал, ну сдулся же, ну. Перестаньте так говорить о ребятах. Здрасте. Здрасте. Вы почему так рассуждаете? А? Ведь они же, вы посмотрите, как они стараются. Спасибо. Им же не просто, им же просто ваша поддержка нужна. Спасибо, спасибо. Я уже квартал 95 смотрю 15 лет. Спасибо. И дальше смотреть буду. Спасибо, очень приятно. Они честь, совесть страны. Спасибо большое, очень приятно. Особенно Женечка. Спасибо, мам, садись, спасибо. И еще. Мне не нравится, что актеры потеряли форму. Интересно, кто потерял форму? Ты. Что вы мне тыкаете? Согласен, извини. Вы все потеряли форму. Худеть вам всем надо, малыши. Так, минуточку, я не согласен, например. Ну, а балкон включился, давай. Да, балкон, здесь тоже люди, между прочим. Не надо им худеть. Не надо. Нам и так плохо видно, правильно, ребят? Да. А в остальном я согласен, да. Квартал уже не тот, это 100%. Вот. Вот даже Ленка Кровец и та рожать перестала. Люди! Люди, опомнитесь, что вы к ним пристали, а? Добрее надо быть, люди. Вон, ребята уже 15 лет на сцене. Они, можно сказать, своими жизнями рискуют. Интересно, как это мы жизнями рискуем? Ну, Евгений, ну вот вы выходите на сцену, так? Ну? А здесь тысячи людей. А вдруг кто-то с ковидом сюда пришел? Да что там кто-то? Я пришел, люди. Извините. Гуманнее надо быть. Стыдно вам все должно быть. Корона проклятая, простите. Фу. А ладно. Мне все нравится. Вот, пожалуйста, мужчине нравится.
Особенно Леночка ваша очень нравится. Так. Я за ней еще с КВН слежу. Может, вы на место сядете? Когда она с остановки сама возвращалась. Ты сядьте на место. Когда наверное. Еще на транспорте общественном сама ездила. Я говорю, на место, пойдите, пожалуйста. Не дома, сядьте. Так еще шторы не до конца закрывала. Идите на место. Она на 20 этаже, а я напротив, на верхушке тополя. Эх, да будь моя воля, я билеты в первом ряду покупал. Но, к сожалению, по решению суда не могу приближаться и ближе, чем на 50 метров. Послушайте, пойдите, займите свое место, иначе я вызову полицию, хорошо? Вот, 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 пожалуйста, пугать только и умеете, шутить не умеете, пугать умеете. Да надоели эти ваши уже заезженные номера. Вы что-нибудь новенькое людям покажите. Скандально. Голую правду покажите людям. Ну, если они не могут показать голую правду, давайте я покажу. Мужчина! Мужчина! Уголовно! Хватит, хватит! У вас тихо, будет ваша... спокойно. С чего все началось? Тима, выведите этого человека. Что, с ума что ли все посходили? Слушайте, нет. Если здесь кому-то что-то не нравится, так это мне. Серьезно? Да. А интересно, что но же? Ну вы думаете, легко столько лет подряд шутить? Между прочим, сегодня 500-й концерт «Вечернего квартала». Так. Спасибо. Да. И, между прочим, сегодня в 500-й юбилейный концерт наш самый шикарный актер Мика Фаталов сказал свое юбилейное 500-е слово. Право, Мика. Да, да, сказал. 502-е. И если честно, мне это вообще не нравится. Не надо, сейчас, спокойно. Не нравится. Я не нравится. Я, всегда, да, я хочу работу показывать. Ты уже на 8 эфиров вперед наговорил. Хватит. Мне тоже кое-что не нравится. Что, Саш, другой. Тебе мне не ролей нравится? Ролей новых не хватает. Уже 8 лет прошло, а вы говорите, что лучшая моя роль – это Янукович. Можно свою претензию? Да, пожалуйста. Но... Значит, мне не нравится, что у нас в концерте выступает Баклан. Почему? Ну, чего? Потому что теперь абсолютно все роли пожилых людей достаются Станиславу Владимировичу. Знаете, я согласен с Юрой. О. Мне кажется, Юра лучше всех подходит под роль пожилых людей. Пожалуйста. Ну, внешне так точно. Мне не хватает слов. Не хватает. Я хочу выступать. Я могу выступать. Я хочу. Не превращайте в балаган. Единственное, чего нам всем сейчас не хватает, это ленки. Ну, умудрилась же ногу сломать. Ну, ага. Это правда. А знаешь почему? Почему? Потому что, мне кажется, ей в организме кальция не хватает. Ты придурок или что? Ну, просто пошутил. Ну, ты, Ленка, выздоравливай, пожалуйста, быстрее. Нам очень тебе не хватает. Реально очень не хватает. О, мальчики мои хорошие. Спасибо вам большое. Мне тоже вас не хватает. И вообще не хватает сцены, праздника, атмосферы, зрителей, ролей, скорости не хватает. Но я иду на поправку. Я обязательно вернусь. Дождитесь. Мне не хватает холодов жарким летом, ну а зимой мне тепла не хватает. Меня так бесит, что дороги разбиты, но их ремонт еще сильнее раздражает. Работать надоело мне удаленно, а в душном офисе так бесит директор. Меня так злят залившие в телефонах, беру айфон и пишу им об этом. Кажется, иногда против тебя все в мире настроено. Валится все из рук, и небо тебя не слышит. А может, пора вокруг просто хорошего больше видеть нам, друг с другом говорить, просто добрей и тише. И так все время, так годами порою, чего-то главного нам всем не хватает. Мы ждем спасителя и супергероя, который в маске и плаще все решает. Мы так в политике сильны и в футболе, и в комментариях так злы и циничны, в глазах любимых заслоняя собою небо, которое бесконечно. Кажется, что порой лишь одни беды на голову сыплются, и от больших идей близких не замечает, а просто махни рукой на эти все ветряные мельницы.
обними детей, сразу же полегчает. Кажется, не везет, вечно не ладится что-то у нас никак. И от сплошных проблем в мире нам неуютно. Вспомни, что рядом есть наша любовь и хорошая музыка. И этого на всех хватит нам абсолютно. Україна, дякуємо тобі. Студія «Квартал 95», Made in Ukraine, «Квартал Girls Band». Спасибо вам огромное, вы крутые, спасибо!